Казахстанец Алмаз Амандосов вполне возможно совсем скоро представит результаты своих трудов. Сейчас он занят съемками фильма под названием «Кучи-кучи мэн». Сам режиссер рассказал, что на эти съемки его вдохновили работы Квентина Тарантино. А вот расскажет кино о разрушающихся отношениях в семье, изменах и заядлых бабниках. Согласно сценарию, главный герой по имени Дэвид – хронический ловелас, который женат и даже воспитывает дочь. Тем не менее, ежедневная рутина заставляет его впадать в депрессию, спасается от которой он просто идет налево. Один из таких походов заканчивается встречей с роковой женщиной по имени Вайолет, которая станет для него судьбоносной. Сами съемки проходили в Лос-Анджелесе и длились всего 3 дня. Уложиться в такие короткие сроки удалось благодаря очень тщательному процессу препродакшена, который продлился 3 месяца. Официальный показ готового фильма состоится в середине сентября и сначала пройдет в США. Тем не менее, показ на родине Алмаз тоже планирует устроить. Так что будем ждать.